По дороге на Тальков-Камень есть родник, называется Богородичный. Это если идти через поселок Луч. В 2009 году здесь сделали еще две купели, их осветили. Вот сделали даже такую передевалку. Вот, но вода здесь пересохла. Пересохла вода, воды нет. Вот вторая купель. Здесь немножко есть воды на дне, но ее очень мало. Вот, когда-то можно было здесь окунуться прямо в купель, в этих местах. А эти места где-то полтора часа надо идти в лес от поселка Луч по направлению на Тальков-Камень. То есть сюда не так просто еще дойти. Но здесь сделали купель, ее в 2009 году осветили. Это я нашел информацию в Дубльгисе. А вот он сам родник. Родник тоже пересох, воды нет. Так что если вы идете сюда в надежде, что здесь есть вода, ее здесь нет. Много отзывов, но на Яндекс.Картах о этом роднике есть и за 22 год, за 21 год, что вода пересохла. И вот мы решили зайти. Сегодня 5 августа 2023 год. И ключ пересох. Вот ковшик остался, когда-то была здесь вода. Ну, теперь воды тут нет. Вот, имейте в виду. А так места, конечно, здесь красивые. Вот так вот просто выходной день сюда приехать, даже походить. Можно и с коляской, тут нормальная дорога идет. То есть с коляской без проблем можно прийти в выходной день тут походить, погулять.